Всем привет, меня зовут Таня, и я безумно рада, что вы вновь на моем канале. Сегодня у нас будут покупки из Fix Price. Как обычно, мои любимые расходники, а также на какие-то новогодние новинки, а также вещи, которые я вообще не ожидала увидеть в Fix Price в этом месяце и вообще Fix Price. Так что, я думаю, без каких-то лишних предисловий я начну. И надеюсь, вам понравятся мои покупки. Если уже кто-то что-то купил, обязательно пишите в комментариях, давайте делиться положительными эмоциями и хорошим настроением. Поехали! Первое, что я купила в этот раз в Fix Price, давно уже не покупала, вот такие пакетики. Я обожаю такие пакетики, их 200 штук, размер 18x28, написано пакеты для завтраков, биоразлагаемые. Я беру их на работу, в эти пакетики и бутерброды, и контейнера, то есть не жалко выкинуть, не знаю по поводу, как они разлагаются, конечно, но пакетики очень достойные, они не рвутся в сумке, они, знаете, не тянутся, то есть их завязал, и они остаются в первозданном виде до того, пока вы от них не избавитесь, и вообще, то есть отличные пакетики, мне очень нравятся, очень хорошего качества. Следующая вещь, которую я практически всегда беру в Fix Price, но есть какие-то... У меня в основном это вот такие большие вешалки, а вот это, то есть вешалка-одиночка. Цена товара 55 рублей. Девчонки, хорошие вешалки. Особенно эти вешалки помогают, знаете, для тех, кто снимает комнату или квартиру, потому что в съемном жилье очень мало вешалок, их всегда практически не хватает. И вот эта вещь вообще просто супер-пупер. Она очень помогает. Повесили вот так на дверь. Во-первых, вот эти... подходят на все двери, повесили, и все, и у вас две вешалки. То есть она настолько прочная, что она выдержит и зимнюю одежду, и прям целую кучу полотенцев, и все, что вы хотите повесить, она все выдержит. Отличная вещь. Вот эти пимпочки есть в разных расцветках, так что выбирайте под тот интерьер или под ту расцветку обоев, которая вам нужна. Отличная вещь, присмотритесь, цена товара 55 рублей. Следующая вещь. Купила в этот раз два геля для душа в Fix Price. Вот такие. То есть, чем грешат гели для душа из Fix Price? Тем, что они жидкие, тем, что они не пенятся, тем, что они как-то невкусно пахнут. И долго пена не содержит. То есть, ну, пена быстро уходит. Вот этот полностью соответствует ниже описанному. То есть, он жидкий. Пена не держится, запаха практически нет, цвета нет, то есть ничего нет, просто как бы 5 минут пенка, и у вас как бы слегка желтоватая вода, пахнет как бы дынькой немножко, ну и все. Вот этот, девчонки, гель мне очень понравился, то есть это у них написано новинка, гель для душа, лесная ежевика и нежное алоэ. То есть хорошо тонирует воду, то есть вода слегка такая розовато-фиолетовая становится, пена очень хорошо долго держится, сам он по себе не такой жидкий, как вода, как предыдущие или какие-то другие либо гели из Fix Price. И остается, то есть, слегка какое-то непродолжительное время аромат на вашем теле. То есть, достойный за 51 рубль или 55, я уже не помню, хороший гель для душа. То есть, ну, как бы, на тройку из пяти. То есть, нормальный гель для душа, когда уже нету нормальных гелей для душа в доме. И вот этим можно воспользоваться легко. Взяла два ободка. Вообще, давно искала какие-то хорошие ободки, потому что идешь маски делать, там, ванну или еще что-то, умываться, стираться. Волосы постоянно мешаются, волосы лезут в лесу, искала ободки. Нашла в Fix Price вот таких два ободка. То есть, два ободка, по-моему, за 55 рублей они идут. Один вот такой золотой, то есть, у него такие маленькие шипчики. А второй вот такой, знаете, как у наших раньше бабушек были вот такие заколки, да, которые они вот сюда куда-то вставляли. Я помню, у моей бабушки была такая заколка. И вот, то есть, они шли в наборе, хорошие ободки, прочные. Но они могут изначально вот здесь давить. То есть, вы когда одеваете, вот здесь маленько давят, потому что они вот такие как бы прочные. Но потом со временем, то есть, я до этого уже брала другой ободок, они со временем как бы разнашиваются, и сама пластмасса становится мягче, и они как бы ничего уже потом не давят, спустя месяц-полтора. Но как бы у кого головка маленькая, тому и давить не будут, а у кого большая, то, конечно же, давят. Взяла в этот раз, конечно же, свои любимые стельки, которые я беру постоянно. Девчонки, это отличные стельки. Вообще, вот такие похожи на барашку, такую беленькую. И они на прорезиненной основе. То есть, они у вас не будут ездить в обуви или так далее. Потому что, которая блестящая подошва, есть такие, знаете, как это, отражайка. Они постоянно у меня куда-то ездят в обуви. То есть, я начинаю ногу затаскивать, и она туда-сюда вот начинает скользить. У прорезиненных же стелек нет такого, я их обожаю, особенно вот эти беленькие.
И у них вот такая новинка. То есть войлок, у них уже до этого были какие-то войлочные стельки, но они были тоже на вот этой отражайке, то есть блестящие, они тоже скользили. И тут появилась вот тоже вот такая, как валеночки, и на прорезиненной основе. То есть я взяла сразу, конечно же, написано натуральная шерсть. Сохраняет тепло. Не знаю по поводу натуральности, надо прочитать. Но написано, для сохранения гигиенических свойств стельки рекомендуется менять один раз в 2 месяца. Так что в 2 месяца будем менять стельки. Кто еще не брал, обязательно попробуйте. То есть на зиму это вообще супер-пупер вещь. Взяла в этот раз свой любимый чай. Я, девчонки, обожаю вот этот чай. То есть это у нас зеленый чай с клубникой и ароматом белого персика. Не знаю по поводу белого персика, как бы, но он настолько нежный, я его просто обожаю. Особенно если его оставить в кипятке на 5 минут, он настолько такой нежный, вкусный аромат. Еще добавить лимончик, еще ложечку меда, если то это просто вообще вечером и сразу засыпаешь, сразу отходишь ко сну, так сказать. Взяла в этот раз камушки в аквариум. Я до этого брала тоже камушки, но они были квадратные. А в этот раз взяла круглые. Круглых полно. Привезли всякой разной любой расцветки. И голубые, и синие какие-то, перламутровые, красные. Но я искала, чтобы побольше было синих и зеленых хочу в этот раз. И вот нашла и зеленые, и синие. То есть это настоящее стекло. Просто оно какой-то расцветки или сверху покрыто чем-то. Ну, я не знаю, в аквариуме. То есть оно не меняет цвет, потому что есть такой момент, что в аквариумах стекло... Вот такие шарики какие-то, они меняют свой цвет, на другой маленько стираются. У этих же шариков такого нет, то есть они в первозданном виде остаются. У кого есть аквариум или кто занимается декором, я думаю, вот такие какие-то шарики, украшения будут вообще вам только в помощь. Следующая моя покупочка, то есть я увидела у девчонок уже и искала тоже в своем фикс-прайсе. Я обожаю воздушный рис, то есть это с детства, наверное, все любят воздушный рис, но чем он был неудобен? То есть вы его когда едите, да, вот этот прямоугольный, у вас крошится все, то есть у вас падает рис, вы сидите все в рисе, сидите в рисовых этих крошках, просто прилипает все к рукам и начинаете потом собирать этот рис. И тут, да, вот такой формат в виде мороженка. Это просто бомба. Это настолько удобно. То есть вы берете за стаканчик и едите как мороженка. То есть у вас ничего не осыпается, ничего не сыпется, ничего не прилипает к рукам. Я считаю, что это просто вот... Кто это производит? Русский десерт, они молодцы. Придумать такое для воздушного риса, это просто находка. Я обожаю воздушный рис, тем более, по-моему, цена вот этого товара 7 рублей. По-моему, я не помню, если честно. Но я взяла 5, вот один остался. А сегодня мне на вечер кино смотреть оставила себе в заначке. Обожаю воздушный рис. Кто любит воздушный рис, пишем в комментариях. Взяла в этот раз, давно не видела, все обыскала, потому что после работы ноги так гудят и хочется полежать в ванне с солями. Но захожу в один фикс-прайс, нету соли, в другой фикс-прайс нету соли моей любимой ванильной. Наконец-то в каком-то фикс-прайсе нашла соль, но была с апельсином. Вот такая, девочки, соль, шикарная соль. Она настолько расслабляет ваши ноги, вы просто выходите из ванны после нее, лежите когда 10 минут в горячей ванне вот с такой солью. Выходите, просто вы новый человек. Можете бегать туда-сюда и так далее. Отличная соль. Цена на товара 55 рублей. Это вообще супер соль за такую сумму. Здесь, по-моему, килограмм, если я не ошибаюсь. Написано натуральный продукт 100%. Всегда тоже беру в фикс-прайсе читос. Всегда беру с кетчупом, вы уже многие знаете. В этот раз взяла чизбургер. Начни охоту за модными призами. Вот так выглядит этот читос. Девчонки, тоже хороший читос. Вообще читос молодцы. Они производят хорошие, достойные товары. Очень вкусные. Особенно вот с кетчупом я обожаю. Особенно если еще в какой-то соус макаешь. Вообще просто супер. Сырный я не люблю. Мне кажется, что он пахнет какими-то... другим, нежели сыром. Но вот этот взяла чизбургер, мне тоже очень понравился по вкусу. То есть они вот такие, вот так вот выглядят, знаете, как колечко на пальчик. Очень достойный, хороший такой неплохой вкус. Не настолько насыщенный, но сами по себе, то есть нормально. Кушать можно вообще. Очень вкусно, особенно когда смотришь какое-либо кино. И брала вот таких червячков, то есть жевательный мармелад. Я вообще всегда беру вот такой жевательный мармелад, либо в баночках, либо в пакетиках. Просто обожаю вот такие мармеладные конфетки. Я думаю, многие их любят, и ничего с этим не поделаешь, несмотря на то, что состав, конечно, не такой хороший, как хотелось бы. Но что делать? Ради удовольствия. И так у нас жизнь сложная, так что надо иногда получать удовольствие. Берите все вот такие конфетки и наслаждайтесь, получайте хорошее настроение. Ну и
наверное, приступим к новогодним каким-то новинкам, и не только новинкам. Взяла в этот раз, надеюсь, в следующем году у меня появится хоть какая-нибудь маленькая машинка. Так что взяла в этот раз вот такую машинку. 99 рублей цена товара, вот такая она красненькая, на ней Дед Мороз, это светильник. Каких там девочки только светильников нету. То есть он включается вот так. Включу и уже вытащил. И вот там горит. Видите, лампочка горит. Вот, просто светло, и поэтому он как бы кажется, что слабенько. Отличные светильники. Единственный момент, что у меня уже практически обвалился, уже пол мешка снега навалило. Но светильники очень хорошие. Там есть и снеговики, и какие-то снегурочки, и елочки, и домики, и просто Дед Мороз, и просто какая-то машинка. Просто вообще-то они настолько красивые, просто приятно даже подарить, понимаете? Очень хорошего, во-первых, качества раскраска. Знаете, не везде раскрашено. Во-первых, это раскрашивается руками, и не везде качественно раскрашено. Ну, как бы, есть раскрашивание. Даже у этих светильников, вы когда покупаете их, смотрите, чтобы глаз не был на носу, потому что бывает и такое, что глазики съезжают, краска все равно перемещается, как бы, пока она жидкая. Так что прежде чем купить, смотрите, чтобы прокрашено было очень хорошо. Отличные светильники, даже вот так вот просто на подарок, на презент. Я считаю, что это просто волшебные светильники, потому что вот такие вещи в других местах стоят очень дорого. В Леруа Мерлен они стоят от 300 рублей. Да, вот такой маленький, то есть я смотрела, он стоит от 300 рублей. И еще есть, конечно же, без батареек, без чего-либо, просто какой-то светильник. Причем тоже с кривыми глазами, если что. Следующая покупка, девочки, я обожаю всякие стекляшки. Вот эти стеклянные, которые выдувают, знаете, вот эти формочки, какие-то животные, они очень дорого стоят. И тут я захожу, и вот такие штучки в фикс-прайсе. Вы только посмотрите на этих хрюшек. Посмотрите на эту милоту. Это просто. То есть она беленькая, полностью стекло. У нее розовые ушки, розовая пипка, розовый хвостик, розовые ручки. Ручки, ножки розовые, да? Посмотрите на нее. Это просто волшебная хрюша. Она вот такая маленькая. И куда бы вы ее ни поставили, она будет смотреться вот так же волшебно. И вот такая желтенькая. Их там различные расцветки есть. Есть и черная, есть зеленая, есть и синяя, зеленая. Чё к чему, я вообще не поняла, зачем налепили зеленую, как бы. Хрюша должна быть либо желтенькая, либо розовенькая. Ну, ладно, там черненькая бывает тоже черненькие. Но вы только на них посмотрите. Они настолько красивые, они настолько, знаете, такая милота. Просто вот так ее берешь, его даже не хочешь из руки выцеплять. Она такая хорошенькая, я их обожаю. Но они стоят в фикс-прайсах так, что их вообще не увидишь. Я увидела их чисто случайно. В другом фикс-прайсе я тоже их смотрела, смотрела, смотрела. Они чем-то завалены какими-то гирляндами там. И вот такая маленькая просто коробочка с ними стоит. И вот так в таких вот упаковочках они там просто лежат, что их вообще даже не увидишь. Вот реально. Так что обратите внимание, кто хочет вот такую хрюшечку приобрести. Ищите, кто не видит, спрашивайте, есть ли у них такие стеклянные штучки. Так что обязательно, даже на подарок 51 рубль, по-моему, он стоит. Это просто вообще волшебная хрюша. Тем более, следующий год хрюши. Хрюша нужна в доме. Следующая моя покупка — это звездочки, девочки. Украшения новогодние из пайеток. Вот так они выглядят. Вот они сейчас две у меня за спиной. То есть у меня синяя с серебром. Там есть различные. Есть и красные, есть и золотые. Вот видите, есть синие, черные, фиолетовые. То есть не только звезды. Есть и новогодние украшения. Есть какие-то ромбики. Есть просто кругляшки в виде золотого украшения. Есть сердечки еще вот хочу. То есть и как бы они хорошего качества. Но прежде чем купить, будьте аккуратнее. Потому что у них отваливаются вот эти верхушки. И у них как бы вот по краю, то есть вот такой кант прилеплен, он тоже отваливается. Прежде чем купить, смотрите, не отваливается ли кант от пайеток, потому что пайетки сами по себе — это пластмасса. И на нее очень сложно что-то прилепить, поэтому как бы не всегда хорошо что-то приклеивается. Прежде чем купить, как бы обращайте на это внимание, чтобы у вас ничего не отваливалось. Их две штуки в наборе, стоят они 55 рублей, очень хорошие. Я вообще обожаю пайетки. Следующая моя покупка — это звезды, которые тоже на моем фоне. То есть в каждую такую звезду, там специальный приборчик, вставляются две батарейки. Вот я покупала тоже в этот раз батарейки, которые все уже у меня в светильниках вставлены. То есть для, эти батарейки для таких светильников их хватает надолго, и вот прям они как будто там и были. То есть 99 рублей, вот такая одна звезда стоит 99 рублей.
Там не только звезды, там есть елки, там есть снежинки, есть какие-то еще кругляшки. То есть очень хорошие украшения достойного качества. Девочки, вот такая звезда, можете сами проверить, на AliExpress стоит почти 200 рублей. То есть здесь цена товара 99 рублей, и вы можете вблизи ее посмотреть. Я вот поэтому не очень люблю интернет-магазины, что я не могу вблизи посмотреть. Пусть я переплачу там где-то или недоплачу, но мне надо вблизи посмотреть. Вы можете зайти в фикс прайс и вблизи это все посмотреть, пощупать и увидеть, как бы, как это вообще сделано, склеено или что-то сделано. Так что обращайте на это внимание, чтобы все у вас было хорошо. И когда вы вставляете батарейки, обратите внимание, чтобы не было ржавчины, заземления вот это вот, которое там, куда вставляется батарейка, потому что у некоторых она ржала. Видимо, при хранении что-то попала вода или воздух, и как бы они маленько заржавели. Так что прежде чем купить вот такие звездочки или еще что-то, обращайте на это внимание. Вас как бы предупреждаю, потому что с этим есть такой, есть такая вещь, скажем прямо. Ну и последние две новинки. У нас в Фикспрайсе есть большие, есть маленькие. Вот это во влоге, который я вам показывал в Фикспрайсе, он маленький. И у него есть в самом магазине небольшие две колонны, за которые тоже висят вещи, как бы. И я тут случайно заглядываю за вещь, за колонну, и смотрю, там что-то висит такое большое и объемное. Девочки, я давно искала штору для ванной. То есть я объездила и Леруа Мерлен, и у нас Колорлон, и смотрела какие-то другие интернет-магазины, где есть шторы. Во-первых, они дорогие. Во-вторых, у них нет нормальных расцветок. Просто штора какая-то розовая с каким-то тяп-ляп рисунком непонятным. То есть мне такая штора не нужна была. И тут смотрю, просто куча штор. То есть я так понимаю, что это новинка в фикс-прайсе. Стоит эта штора 199 рублей. Размер этой шторы 180 на 180. То есть это оптимальный размер для шторы, для ванны. То есть идеальный просто размер. К ней идут вот эти вешалочки, да, которые цепляются. И я купила вот такую, девочки, штору, вот с такими звездами. Вот такие ракушки здесь есть, звезды. И вот такие ракушки. То есть белая, хорошая, девочки, плотная ткань. Очень хорошо прошита цепным стежком. То есть не просто на прямострочке она прошита, а она прошита на спецмашине с цепным стежком, который долго не расходится. Хорошая ткань, строчки все ровные, прямые. Вообще просто супер-пупер вещь. Единственный такой момент, что у некоторых штор вот таких, когда ты их ими пользуешься, они прилипают к телу, да? Вы когда выходите из ванной, и шторы выходят за вами. Но здесь такого нет, я ее 2 раза мочила, то есть она не прилипает к телу, то есть это вообще отличная вещь. За 199 рублей расцветки различные, есть и черные, есть и красные с ромбиками, есть и серые в полосочку, есть просто разные полосочки, есть с утятами для детей, просто уточки вот так вот сделаны разные. Я прям даже когда разглядывала, себе выбирала расцветку. Это единственная расцветка, вот такая белая была, остальные оставались все темные. Я прям даже очередь создала, там 3 женщины ждали, пока я разгляжу. Я их вообще не видела, просто разглядываю, разглядываю, поворачиваюсь, они стоят, как бы, мы, говорит, вас ждем. Но я взяла и схватила и пошла. Это просто вообще супер вещь. Теперь мы скоро будем с вами снимать ролики в ванной. Я думаю, повешу штору. Просто, девчонки, обратите на это внимание. Вообще супер-пупер вещь. Тем более такой размер 180 на 108. Это просто вообще бомба. Кому нужна штора хорошего качества за 200 рублей, мы нигде ее не найдем, кроме как в Фикспрайс. Спасибо Фикспрайсу, что ты есть. И последняя моя новинка, которую я вообще не ожидала увидеть в Фикспрайс. Она уже у всех девчонок-блогеров есть на фоне, там, на диване, на креслах и так далее. Я на AliExpress хотела это заказать, но там это стоило около 300, даже 400 рублей. И тут захожу в Фикспрайс, я не знала, если честно, что это есть в Фикспрайсе, и просто глазом зацепилось, что где-то что-то блестит. Девочки, это наволочки. Вы посмотрите, какая волшебная наволочка, да, из пайеток. Просто вообще. И цена товара всего 199 рублей. Различные есть расцветки. Я как увидела, конечно же, схватила свою любимую расцветку. Вот. Обращаю ваше внимание, что на обратной стороне такая меховая подложка, такая ткань, знаете, она вставляется в такие недорогие кроссовки, то есть как маленький такой стриженный мех. Хотя у других наволочек она такая хэбэшная, и хэбэшная не очень хорошая, должна быть именно вот такая. То есть вот здесь вот фикс прайс молодец, то есть это правильная подложка именно вот к пайеткам.
нехорошо, когда к пайеткам хбшная ткань. То есть, потому что пайетки тянутся, и вот это должна быть тоже трикотаж. Потому что когда вы стираете, то есть, если верх садится, низ тоже должен садиться. И поэтому вот это идеальная наволочка за 200 рублей. Вы нигде не найдете вот такую наволочку с пайетками. Там есть различные расцветки. Черная с золотом, красная с черным, черная с белым, по-моему, серебро, синяя с белым, вот такая еще с черной есть. Я хочу еще купить синюю и золотую, то есть, чтобы у меня было три. Вообще просто антистресс шикарный. Еще такое, обратите, знаете, на что внимание? Когда будете покупать, полностью вот так выпрямляйте пайетки, чтобы не было вот здесь никаких зазубрин, потому что иногда попадает сюда строчка, и бывает, что они вот так вот не все выпрямляются. Обращайте тоже на это внимание перед покупкой, вот так выпрямите, и выпрямите в обратную сторону, чтобы они в обратную сторону тоже хорошо выпрямлялись. Поэтому у вас будет такая наволочка служить очень долго, и даже как на подарок, и на фон для начинающих блогеров, это тоже кто сидит на диване, то есть на фон поставили на задний, и у вас будет супер-пупер фон. Так что, девчонки, вообще новинки новогодние, фикс прайс просто радует. Кто уже какие-то другие новинки купил, обязательно мне тоже делитесь в комментариях. Кто уже купил вот такие наволочки других цветов, обязательно напишите, мне тоже понравились, как они вам по качеству или нет. Я надеюсь, вам понравились мои покупки. Мне они, потому что очень понравились. Так что, девчонки, я вам всем желаю хорошего настроения, счастья, здоровья, удачи. Всем любви, счастья и терпения. Всем пока. Ну, все понятно. Все понятно.